В адрес уполномоченного по правам ребенка поступает немало обращений, связанных с семейными отношениями. И, как отметила омбудсмен края, значительное количество таких обращений из Сочи. Особенно часто горожане решают вопросы, связанные с определением места жительства детей при раздельном проживании супругов, а также с определением порядка общения с детьми. Зачастую решение подобных проблем негативно отражается на детях. Чтобы этого избежать, специалисты постоянно ищут новые способы решения семейных конфликтов. На этот раз это медиация. Одна из технологий – урегулирование споров. Развивать этот способ разрешения конфликтов в Сочи планируют в рамках проекта «Школьные службы примирения». Это альтернативный способ досудебного решения конфликтов, который основан на взаимной договоренности сторон именно в наилучших интересах детей. Мы понимаем прекрасно, что внедрение этого нового направления сопряжено с необходимостью проведения серьезной информационно-разъяснительной работы, взаимодействием с семьями, нацеливанием сторон на то, чтобы они находили общий язык даже при уже расторжении брака. Для того, чтобы родители, перестав быть супругами, понимали, что они навсегда остаются родителями своих детей и могли уважать друг друга, находить точки соприкосновения в интересах детей. Медиация – технология для сочинских специалистов уже знакомая. Буквально на прошлой неделе в рамках декады пожилых людей для пенсионеров прошел целый мастер-класс с использованием такой процедуры урегулирования конфликтов и споров.